Всем привет, ребят. Ну что, начинаем прокачку нового героя. Сейчас мы сделаем эволюцию, аугментацию и посмотрим, что может герой сделать. Так, я вот докачал уже до 200 уровня, сотый просвет поставил. Как видите, жизни немало, 85 тысяч, атака 5600, в принципе, тоже неплохая. Бувашку мы уберем. Давайте сейчас прокачаем скилл. Что у нас на первом? 330%. Там какие-то непонятные иероглифы. Так, качаем десяточку. Что-то сервак, кстати, лагает очень. Не дают нам десятку качнуть. Сейчас придется все-таки перезайти. Не пускает. Уже, наверное, пару раз. Возможно, будет еще перезапуск сервака, потому что, как видите, есть проблемы. Опять где-то у них что-то подгорело. Ой, от горящих пуканов. Так, ну вроде нормально пустило. Еще разок поехали. Ну вот, наконец-то дало нам десятку сделать. Так, ну не знаю, что тут по параметрам, честно говоря. Ну, поехали. Сейчас затестим в рейде в такой прокачке и сделаем уже эволюцию. Посмотрим, что на десятке может делать. Если, конечно, опять же сможем. Видите, что-то глючит. Сервак просто жесть. Хорошо, хоть успел сделать вам обзор на героя. Потестили, короче, героя, сделали эволюцию ему, аугментацию. Ой, что ж с вас, с вашими серваками делается сегодня? Disconnected жестко. Так, окей, есть, смотрим. Я поставил пятую каменку, как видите. Ну вот смотрите, как бьет. Как вам урон на десятке? Как по мне, очень-очень приличный. Это без эволюции, ребят, еще. Вот так вот. Просто жестко, жестко нагибает. Офигеть просто. Круто смотрится герой. Восьмая жива, это, конечно, нечто. Ладненько, поехали. Делаем ему первую эво. Отлично. Делаем сразу же аугментацию. Так, есть. Камешки есть. Поехали. Так, так. Плюс одна клетка. Ну, честно говоря, не хочу я плюс одну клетку. Хочу что-то интересное на атаку собрать. Сделать сначала атакующего плана. Посмотреть, что получится. А там дальше уже будем определяться. Вот отлично, плюс 15.
проклятое поле пятое. Так, ну тамплиер нам тоже не нужен. Такс. Что-то не хочет нам ничего падать с пятерок. Так, ладно. Нам хватит пока четверки для теста. Потом я выбью уже на максималке, вам его покажу. Так вот смотрится на эволюции. В принципе, прикольненько. Если там раньше черепа были, сейчас, видите, немножко поменялось. Ну, круто смотрится, конечно, герой. Давайте сейчас подкачаем. Так, забрать надо книжечки. Так, что мы имеем? Ну, уже 150 тысяч на первую эволюцию, это уже намного круче. Смотрим. Посмотрите на скорость атаки, это просто жесть. Я офигею. Да ну нафиг. Очередная, ребята, это очередная имба. Просто тупо расшатала. Жесть. Давайте сейчас еще созвездие. Я думаю, сейчас созвездие на крит соберем. Так, крит есть. Посмотреть ради интереса на максимум крита собрать. Ну ладно, аж что опять? Жесть просто, ну не дадут нормально. Видите, тормозит, блин. Сам сервер лагает. Жестко подлагивает. Ну, ничего не могу сделать, ребят, это не от меня зависит, я вам стараюсь чем быстрее запилить, показать, но, как видите, не хотят китайцы, чтобы мы первыми сделали все обзоры. Да, думаю, будут они что-то чинить по-любому. Так, поехали пока по Берику дальше. Ролит крит. Так, не то. Ну, думаю, в дальнейшем будем перекачивать этого героя. Пока хочется просто посмотреть, чтобы по максимуму критовал. Так, уберем это нафиг. Но герой очень-очень интересный и прикольный. Так, еще одна пятерочка, отлично. Опять то же самое. Да ладно, ну.
Издевательство какое-то. Ах, не дают протестить имбу в полном. Ну, видите, дисконнект. В общем, блин, ну реально, герой, конечно, суперовый в плане того, что автопрокер, в плане того, что дальник, в плане того, что много целей, бьет героев, здание скиллом не рушит. Не знаю, посмотрим. Восьмая жива, жизни немерено. В общем, посмотрим, что будет все-таки. Ну, смотрите, с пятого раза только заходит. Так, крит урон. Крит сопротивление. Ладно, давайте вот так вот оставим. Не будем пока заморачиваться, потому что тормозит. А я хочу героя протестить. Давайте уберем каменку нафиг. Поставим порочный пакт. Вот такая вот сборка у нас будет на урон. Поехали. Так, тут у нас Фрейя есть. Ну, быстрый набор энергии, как видите. А, там Фрей нету. Ну, посмотрите на это, как вам? Это просто жесть. Даже та же самая Фрей не настолько была интересна, насколько интересен именно этот герой. Да, жестко. Реально очень жесткий герой. Просто жесть. Это первая эволюция, такое чудит. Ну тут Фрейя Некрос. Ну конечно дамажит просто офигенно. Так, давайте немножко сейчас сделаем. Вот так вот. Я надеюсь, оно не будет тормозить. Даст нам нормально золото подобрать. В общем, и критовый вариант, думаю. Но думаю, возможно, я на уклон буду собирать. Но посмотрим. С критом очень и очень прикольно смотрится. Надо будет уже на максималку с пактом, наверное, сделаю. Пишите комменты, с каким талантиком сделать. Нового таланта, как вы видели, я пока не выбил. К сожалению. Реально такая фигня падала с коробок тут. Но ничего не поделаешь. Так, десятая звезда есть. Давайте поставим. С пактом, конечно, прикольно. Поставим обратно ремку. И посмотрим, что уже герой может в такой именно сборке на той же самой арене. Помните, да, разницу, как он меня сливал? Вот, кстати, сейчас что-то череп так мало бил, я что-то не понял, почему именно такой урон был. Ну, это просто жесть, ребят. Первая эволюция просто тупо затащила. Скорость атаки офигенная. Вот вам и крит. Ну, не знаю, мне нравится. Сейчас с вами сделаем тест на волнах. Ладно, не будем его добивать. Давайте вот этого попробуем.
Просто вы сами все видите. Он плюс смотритель — это просто жесть. Скорость атаки большая. Ух ты, 387. Да ладно, Анубис просто отдыхает. И сразу же восьмая шива, 640 тысяч на первой эволюции. Как вам? Нормально тогда? Нет слов. Давайте сейчас вот так вот сделаем. Какие битвы гильдий. Уберу героев. Сейчас софинки заберем, поставим. Воодушку. Тестируем на волнах. Давайте не волну, а волну Т. Ну вот смотрите, автопрокер. Конечно, юнитов тоже бьет. Ну круто. И причем в первую очередь смотрю, именно юнитов бьет. А вот сейчас было, кстати, ударило, 5000 получало. Возможно, все-таки где-то есть это ограничение, только непонятно, каким образом оно действует. Или атакующая цель по 5 бьет. Сейчас на Атланте сольется. Ну, видите, бьет юнитов. Вот единственное, что... Да, сейчас на Атланте слилось. Давайте вам сейчас попробуем. Может, тут получится лучше. Так, Атлант опять включился. Ну, тут, конечно, сольют. Ну, видите, тут немножко не то, но очень круто будет смотреться, думаю, на той же самой угольной армии. Вот сейчас загрелись на нее. Конечно, юнитов то, что бьет в первую очередь, потом только героев. Вот это плохо. Ну, вот так вот. В общем, очень-очень интересный герой будет, особенно для PvP-локаций, думаю. Зайдет очень нехило. Так, так, а ну-ка давайте попробуем здесь. Уже подтестим на максималке эту имбу. Видите, да, юнитов, в первую очередь юнитов снимает. Только потом будет героя бить. Это, кстати, даже очень интересно. Единственный смотритель. Дамаг, конечно, у нее. 263, первая эволюция с богом войны. Да, это жесть. Я не представляю, какой там урон будет на второй ава с порочным пактом. Это будет просто мега. 300. Жесть. В общем, ребят, вот такой вот герой. Действительно, очень имбовый получился. Посмотрим, что же будет дальше. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.